Привет-привет, с вами Кононова Анна, и это заказ по седьмому каталогу, часть третья уже, наверное. Итак, появились такие вот у нас с вами наклеечки, они классные, вот эти вот менее объемные, а вот эти вот прям с объемчиком, с таким. Там что-то такое вот есть рельефное. Итак, вот это у нас получается экзотическая, артикул 7649, более морская, 71028. Ну что ж, буду делать скоро маникюр, скорее всего, вот с этой или с этой, не знаю, какую первую выбрать, обязательно вам все покажу, обязательно вам расскажу процесс. Мне их делает мастер, вот сама я не делаю, потому что я люблю гель-лак, люблю, чтобы вот раз в 3 недели ногти покрасили и забыли про ногти, не люблю их особо перекрашивать. Далее, что у меня в заказе? Говорила, что не нравится эта пенка для интимной гигиены, но почему-то нечаянно заказала. Она сама по себе клевая, классная, ну бог с ним, израсходую 2301, но у нее уж очень кисленький такой вот ароматик, который мне не нравится, реально не нравится. Дальше. Закончилась у меня одна сыворотка концентрат интенсивное укрепление. Она идет маленькая, жиденькая такая водичка, сладковатого привкуса. Сейчас я вам прям на руку капну. Вот, все вот она, видите, обычная такая вот водичка. Она не утяжеляет волосы, не утяжеляет, как бы все хорошо после мытья. Вы можете ее повтирать, и все будет нормально. Возвращает жизненную силу ослабленным волосам, насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до кончиков. Эффективно решает проблему выпадения волос. Волосы у меня пока что не выпадывают, но из-за того, что я волосы наращиваю, я начала переживать, а вдруг уже пора этим начать пользоваться. Артикул 1885. Способ у них: нанесите на кожу головы по проборам, пока волосы еще влажные после мытья, и распределите массирующими движениями, не смывайте. При необходимости нанесите повторно, то есть чуть-чуть помассировать. Ну, в принципе, это я и делаю. Пустые баночки на мне не попало, потому что закончилось через день после пустышек. Далее, концентрированное средство для чайников и кофемашин. Хочется сказать, что еще очень хорошо отмывает каменные столешницы. Тоже прям великолепно отмывает. Артикул 30259. Не вызывает появление ржавчины, не повреждает поверхность, увеличивает срок службы бытовых приборов. Тут в составе идет 4 таких вот ампулки. Вы открываете крышечку. Ну, вот с этим, например, прокипятили чайник, воду вы или все, чайник чистый, новый, блестящий, все великолепно. Мы сильной накипи не ждем, поэтому у нас все с первого раза убирается. Далее такие вот новинки. Вот эта новинка для меня спорная, она очень понравилась моей знакомой. Артикул 1328, гель для душа Бразилия. Это идет, знаете, такой вот кофейный аромат, кофе с молоком, с какой-то такой вот кислинкой. Он довольно густоватый, видите? Прям такой густой-густой, и запах у него, ну, прям такой вот кофе с горчинкой. Очень натуральный аромат, прикольный. Конечно, он классный, но я кофе пить люблю, а не им мыться. 13.28. Душу сердца мне не попал, потому что немножечко не мой. Не люблю я такие вот кофейные ароматы. Ну, и второй, он уже идет прозрачный, с такой вот консистенцией. И у него... прямо, знаете, такой кисло-такой горьковатый аромат. Называется Багамы. Белоснежные песчаные пляжи, коралловые рифы. Добро пожаловать в Багамы. Ну да, действительно, есть вот этот вот аромат. В Багамах я еще пока что не была. Но аромат приятный. Я люблю что-нибудь такое кисленькое, цитрусовое, бодрящее. Прикольно, прикольно. Далее, вот такие две новиночки. В таких коробочках приходят. Специально показываю коробочки, как оно упаковано, чтобы вы видели, что как подарок это будет супер-мега-класс. Очень качественная емкость для хранения чего угодно, чего вам хочется. Это, например, банка для хранения. Она идет стеклянная. Материал стекло, керамика и нержавеющая сталь. Таким образом она открывается. Высота у нее 11 сантиметров. Объем 500 мл. Артикул 910-397. Очень такая тяжеленькая крышечка, я бы сказала. Прям тяжеленькая такая, прям ух. Не знаю, сколько она весит. Тут, по-моему, все прорезинено, поэтому можно даже наливать какую-то жидкость, и оно не выпадет. 910-397 артикул. Вот так вот надеваете и закрываете. Очень хорошо подойдет на подарочек. Очень красиво. Вот это вот сверху красочка. Все так, ну такая, знаете, рельефная, ощущается немножко. Да, то есть вот прям мне понравилось.
Я прям кайфанула от такой баночки. Действительно красиво. Очень красиво. Няшная баночка. Ну и вторая баночка. Она идет в более большой упаковочке. Тоже идет в щелкунчике, как я называю эту упаковку. Давайте будем ее открывать прям в двойном щелкунчике, ну, потому что стекло. Она уже идет больше объемом. Артикул 910-396. Банка для хранения 750 мл. Коллекция «Вдохновение природы». Высота 15 сантиметров. Угу. Материал стекло, керамика, нержавеющая сталь. То же самое, просто она идет немножечко побольше. Уже прям реально такая тяжеленная крышка. И вот тут вот эта вот пленочка для герметичности. Прям идеальная баночка на подарок. Надеваете и застегиваете. Красиво. Посмотрите, как они вдвоем смотрятся. Две таких лимпомпусики. Вот это чуть-чуть потемнее, у этой крышечка чуть-чуть посветлее. Но практически одно и то же. Вот рисунок точно одинаковый. Цвета крышечки слегка отличаются друг от друга. Далее у нас с вами опять новинка в салфетках. В салфетках новинок постоянная куча. И причем они намного дешевле, чем в различных салфеточных компаниях. Это у нас идет салфетка для уборки со скрабирующей сеткой. Вы моете что-то, где-то не отскребается, пожалуйста, перевернули салфеточку и скрабируете ей. Но она не такая грубая, как вот, например, железная, которая там повреждает поверхности. Артикул 910-401. Очень мягкая вот эта вот верхняя поверхность. Размер у нее 28,5 на 28,5. Материал микрофибра полиэстер. Сетка 100% полиэстер. Скрабирующая штука полиэстер. Ну вот, кому интересно, вот она у нас с вами, аннотация такая. Пожалуйста, поставьте на паузу, почитайте, если вам захочется. Вот я побегу дальше. Прям грубияночка такая. Ну, я думаю, будет очень интересно. И размер хороший, удобно. Моете, моете, перевернули, моете, моете, перевернули, моете, моете, что-то не отскребается. Вывернули, скребете, скребете. Ну, прям великолепно, я бы сказала, очень хорошо. И стираться она будет хорошо, я прям уверена в этом, что стирка тоже тут пойдет отлично. Дальше заказала колготки, жду дочурку. Колготки XS, артикул 80061, цветные, синие, матовые колготки с нежным эффектом велюра, комфортные с хлопковой ластовицей, плоскими швами. Вот это я дочке заказала, мало ли что. И вот такие еще серенькие, 120 ден, тоже XS, с артикулом 81507. Жду ее, чтобы примерить. Они такие тоненькие, клевые. Ну вот сейчас с платьишком самое то носить, девочке 8 лет. И некоторые XS-ки нам начали подходить, что очень радует. Далее, электрический чайник. Заказала именно прозрачный. У нас сейчас такой. Работает, ну, я не знаю, может, месяца 4. Он работает пока без перебоев, вообще без каких-либо проблем. Но из-за того, что мы там в деревне строим дом и так далее, садовый домик, не какую-то там дачу крутую, а именно обычный садовый домик, но он у нас такой, ну, клевый, двухэтажный получается, комфортный. Вот такой вот прозрачный чайничек. И вот это я забираю в запасники себе, а металлический чайник я его отправлю в деревню. Из-за этого я себе вот, ну, мало ли сломается, на сайте не будет, все-таки за это дается баллы, возвращается, так как я директор, 23% ОС за каждый балл. И все-таки я беру у себя, даже если промо-балл, это лучше, чем купить в магазине. Вот такой вот чайничек, он еще светится тут немножечко, прикольный. И смотрится очень стильно, красиво, в принципе, большего и не нужно. Включается, выключается, на кнопочку открывается, закрывается. В общем-то, такой обычный коричневый чайник. Даже сказать про него что-то такое мега крутое нереально, невозможно, потому что это обычный чайник. 910-117 артикул, и все этим сказано. Прикольный. Далее сейчас у нас с вами пойдет посуда. И вот такая вот большая тяжелая пачка, 2 килограмма 40 грамм, 85 грамм на 24 штучки. Это пакетики корма для кошечки с артикулом 16208, сочная говядинка. Моя кошечка все-таки это выбрала больше всего. Вот он так открывается, вот тут вот рвется. Сейчас, наверное, вот громко на камеру, зато я вам красиво покажу. Во, видите?
Так вот оно отрывается. Можно закрыть, можно открыть. И вот достаете по одному, кушаете. Ну, мы едим по 2 пакетика в день. Я не знаю, чего я одну пачку заказала. Это маловато для моей Алиски. На каталог это маловато, потому что тут 24 пакетика. По идее, по 2 пакетика в день. Это надо 42 пакетика, а не 24. Но я еще уже заказала, еще едет, пока ей хватит. Магазин можно не ходить. И побежала у нас с вами посуда. Салатник, размер 15 на 8 сантиметров, вдохновение природы, материал волокно пшеницы 45% и полипропилен 55%, артикул 910-364. Где-то у нас такие уже были, не в огороде ли, не в саду ли они, я вот сейчас не вспомню. Далее такое вот большое тоже овальное блюдо, артикул 910-366, тоже 45% пшеницы, 55% полипропилен, размер 31 на 19 на 3. Я могу сказать, что оно довольно-таки крепкое, как бы не сломать, как оно обычно бывает. Ну, интересная такая свежая посуда, как раз вот для дома, для дачи. А вот эту досочку я оставлю у себя. У нас как раз начали досочки подзаканчиваться. Артикул 910-368, разделочная доска, тоже 45 волокно пшеницы и так далее. Размер 32,5 на 28,6 на 0,3. Прикольная доска, она уже так не гнется, она очень-очень жесткая и не гладкая. Одна сторона гладкая. Обе стороны... Нет, кстати. Я думала, одна будет гладкая. Нет, они обе такие вот. Видите? Прямо вот это вот штукенция. Такая вот с обеих сторон. Не гладкая. Если взять вот эту вот гладкую поверхность, так она гладкая. А это вот такими как ребрышками, что ли. И довольно плотный толстый слой у нее. Ну, сломать будет сложно. Сломать будет действительно сложно. Далее, менажница. Очень крутая штука. И даже одной нам маловато бывает. А на природе это просто незаменимая штука, которая никогда не испортит вам аппетит в виде какашек насекомых. Прошу прощения, но факт. Сколько было всего, когда вот бывает, мы все накрыли, но оно то улетит, то... В общем, надо все равно в пакет еще что-то заворачивать, если вы куда-то пошли. Тут вы открыли, тут еще крышечка такая прикольная, и вот такая вот формочка, пожалуйста, накрыли, все взяли, поели. То, что тоже очень удобно, можно использовать без этих штучек, просто что-то накрыть тоже очень удобно, если не нужны вот эти вот тарелочки. В общем, штука действительно суперская. Вот, по всем параметрам, особенно кушать где-то на улице, это бесподобная вещь. Это называется менажница, тоже 45% волокно, крышка полипропилен, все полипропилен, размер 34 на 27 на 6,5, артикул 910-361. Мне кажется, это любому садоводу подарок можно преподнести, да еще и штуки 2, не меньше. Одной маловато, вот если семья большая. Сели, поели спокойно, что-то осталось, закрыли прямо на улице, на столе. И ни одна муха, мушка и так далее, никто не придет там, не покушает и не накекает. Прошу прощения еще раз за прямолинейность, но так оно и есть. Очень часто на природе аппетит портится насекомыми. И именно ими. Далее мы смотрим с артикулом 910-362 ланчбокс, коллекция вдохновления природы. Тоже очень удобный ланчбокс, он обычный, у него вот так вот крышечки закрываются, и ничего тут нет, вот просто такой вот он обычный. Он, конечно, идет уже другим цветом. Размер у него 19,5 на 12,5 на 7 сантиметров, объем 1,1 литр, но состав тоже волокно пшеницы 45%, полипропилен 55% и крышка полипропилен. Тоже очень удобно на даче, где-то в огороде, что-то где-то покушали, оставили, накрыли, закрыли, и никто у вас там ничего не залез. Ну и обычную еду с собой тоже куда-то очень удобно брать. Что-то наложили, открыли, поели. Тоже очень удобно. Ну и вот такой вот кувшинчик. Кстати, кувшинчик очень удобный. Вот такой красавчик. Тоже, видите, в такую точечку. Меланж. Тут вот дырочка. Ну это чтобы наливалось, чтобы выходило. Тут идет сеточка, чтобы тоже там, видите,
как раз таки, чтобы никто туда не забрался. Ну, мелкие мошки, конечно, заберутся, что уж тут о чем тут говорить, а вот крупные уже никто не залетит вот через эти щелки, дырочки, особенно осы, которые летят на сладкое. Это кувшин с крышкой, он идет 1,8 литра, артикул 910 367, материал идентичный предыдущим. Размер, что-то я не вижу размер, просто литр один, объем 1,8 литра, и все. Он идет пластмассовый, тверденький, ну вот, конечно, ездит же, вот такой, но он, это очень сильно надо надавить, чтобы он надавился. Крышка такой же прочности идет, ну, в общем, неплохо. Вот сегодня мама с папой едут в деревню, мы им перевели очередную денежку, они там поедут все закупать, стелят как раз полы, сейчас нужно делать лестницу им, у них там очень много забот, септик надо делать для туалета, в общем, много-много всего, поэтому они туда уезжают, и вот им как раз я вот эту вот посуду прям вам покажу и сразу же им в сумку сложу со стола, можно сказать. Это идет брендированные кошельки, я их не буду распечатывать, потому что очень много раз распечатывала. Артикул 600 298, размер 19 на 10 на 3, это для серебряных вип-консультантов с логотипом Faberlic. Мало ли, где-то что-то буду разыгрывать на своих офлайн внутренних мероприятиях, обязательно буду такое дарить. Далее вот такой блокнот красивый, решила заказать, забрать, 781 300, тоже очень-очень симпатично. Это, кстати, с предыдущего обзора наклейки, 781 300, тоже очень красивый. Ну, тут уже открылся он нечаянно. Ну и дальше побежали. Вот такая сумка. Это идет сумка женская, размер 30 на 21 на 9, абсолютно белая, мне она понравилась, я ее себе оставляю. Артикул 600 774, искусственная кожа, верх и подкладка текстиль. Я еще ее буду показывать в обзорах одежды, обязательно покажу. Вот тут, конечно, это пленочка, вот она лишняя. Ну, вот я сейчас пока вот так уберу, чтобы вы поняли. Ну, в принципе, очень симпатичная сумочка. Маленькая, аккуратненькая, хорошенькая. Можно носить на плече. Можно носить на плече. Сумочка застегивается. И вот такая у нее внутренность. Вот такие ремешочек у нее. Тут можно прицепить, носить на плече. Вот за эти вот петельки. Тут и кармашек такой, другой кармашек тут идет на молнии, застегивается. Ну, функциональность у сумки, конечно, хромает, но мне кажется, большего не нужно. Хорошая сумка, без какого-либо брака, нареканий. Ну, в общем, никаких претензий, ничего нет. С удовольствием оставляю. Так, давайте посмотрим. Да, внутренность выворачивается, поэтому ее вот легко стирать. В общем, красота, да и только. Нравится, нравится. Отличная сумёшка, хорошенькая. И ручки прикольные. Что-то такое вот, оригинальная фурнитура. Вот у нее идет золотистая вся фурнитура. Угу. Ну, классно, я довольна. Еще забыла вам показать вот эту вот огонь-машину, хотя уже сама несколько раз лично ей воспользовалась. Вещь просто бомба. Молит все подряд. Очень мощная. Есть пульс, что очень хорошо. Есть куча скоростей. И, конечно, начинать надо с первой. И когда сильные, крупные куски измельчатся, можно уже переходить на вторую, на третью. Тогда будет меньше ломаться, чем сразу там на пятую врубать какой-нибудь большой кусок. Также кофемолка. Тоже попробовали. Тоже все нормально. Тоже все здорово. И, в принципе, великолепно. У меня как раз есть пачка немолотого кофе в зернах. Молотый кофе можно заваривать, поэтому можно и помолоть, попробовать. Ну, в общем-то, все великолепно. Артикул 910 339. Ну, знаете, прям никаких нареканий нет. Можно делать смузи, можно делать фарш, ну, получится рубленые котлеты, понятно. И можно делать все, чему я удивилась. У меня такое впервые в жизни. Вот я его достаю и думаю, да что ж он такой тяжелый. Вы представляете, это стекло. Я даже не подумала, что это стекло. Ну, в принципе, отлично будет мыться в посудомойке. Вот тут вот штучка сверху, дырочка, мало ли что-то забыли добавить или что-то постепенно хочется добавить. Она, конечно, пластмассовая. Крышечка сверху тоже, получается, идет пластмассовая. Так, как-то бы ее повернуть сейчас. Повернуть, чтобы открыть. Крышечка тоже идет такая вот тут пластмассовая. Но я сейчас не буду ее особо, да, вот она.
неудобно не под углом, такая какая-то резиново-пластмассовая даже. Видите, такая вот она интересная, да, гнется вот таким образом. В принципе, штукенция супер-класс. Что-то вы сделали, крышечку открыли, повернули, взяли, крышечку открыли и наливаете. Или высыпаете, или что там у вас, какая штука делается. В общем, великолепно. Я довольна этой покупкой. Очень довольна вот этой, по идее, кофемолкой. Отлично. Открыли, закрыли. Вот это вот достали. Сюда поставили. И все. И оно также у вас будет работать. Целиком доставайте. Я сначала, знаете, что сделала? Я сначала насыпала вот в эту штуку кофе. Потом думаю, как я теперь его сюда. А потом до меня дошло, что надо целиком, а потом уже вставлять. Тогда вот крепко, все хорошо, и уже вы молите. Никаких проблем нет. Это вот, наверное, эффект блондинистых волос меня постиг. Как мне муж сказал, смеялся надо мной. Ну что, говорит, блондинка? Говорит, сама ты не догадалась? Я говорю, конечно, говорю, издевайся надо мной. Далее, заказала себе все те же самые кроссовки, что Виктории. Обзор уже на них снимать смысла нет. А все кроссовки, я вам сразу говорю, идут размер в размер. Оставила себе даже бежевые, хотя не хотела их оставлять, но до того они комфортные, ребята, просто нет слов, как они мне понравились. Все, оставила. Вот эти кроссовки я отдаю свекрови. Вот эти кроссовки я отдаю свекрови с артикулом 886-152 в 38 размере. Прям я не могу. До такой степени они суперские, до такой степени они классные. Ну, нереально такое вообще на возврат отправить. Износим с удовольствием. Не износим, так износим в следующем году. Правда, супер. Ну, вот, знаете, вот заказала на обзор, подумала еще, куда мне столько. Но они до такой степени хорошенькие. Ну, и все вы знаете, пару раз в кроссовках походил в стиралку. Из стиралки сушить их нельзя, иначе они расклеятся в сушке. Ну, у меня был опыт, когда расклеивалась в сушке. А у мужа кроссовки у меня как-то раз расклеились, поэтому я сейчас не рискую. Сушу на балконе. Пока сохнут на балконе, надеваю что-то другое. Тоже очень красивые, нежные цвета, оттенки. Вот эта вот сеточка, видите, двойная какая-то тут сеточка. Сеточка не один слой. В общем, все великолепно. И ножка дышит, и они легкие, классные. В общем-то, прям не могу. Мне нравится. У 38 размера артикул 886-146. Все идут размер в размер. Идеально, просто идеально сели на мою ногу. Ну и вот эти кремовые тоже хороши. Артикул 886-134 в 38 размере. Тоже безумно-безумно понравились. Вот, прям никаких нареканий нет. Ну и смотрите, я еще обещала очки в этом обзоре показать. Так вот, я их решила показать во время примерки одежды. Потому что одежды пришло очень много. Купальников пришло много, нижнего белья пришло много. Я еще ничего этого не сняла, поэтому будет еще большой обзор. Ну вот эти, ну вообще, ну вы посмотрите. Я прям влюбилась. Я обожаю кроссовки, обожаю в них ходить, хоть на мероприятиях, кто меня знает вживую, я всегда хожу на шпильках, но в повседневной жизни это только кроссовки. Ну и все, с вами была Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн, до встречи с вами в новых видео!